Евакуйованим мешканцям 22-го будинку на вулиці Будівельників дозволили повернутися у свої квартири. Але люди обурені. Їм обіцяли обробити і побілити стіни, зробити нову стяжку в підвалі, а в підсумку лише винесли мішки з вапном. Крім цього, жильці намагаються зрозуміти, чому аварійники працюють у спецкостюмах, проте стверджують, що повертатися до осель безпечно. Їм пропонували тимчасово заселитися до гуртожитку, однак люди кажуть, умови там погані, тому краще залишатися у рідних та друзів. У чому проблема, мешканці не розуміють, адже бачать, МНСники та представники жилсервісу працюють кожен день. Тим часом головний інженер жилсервісу від коментарів відмовляється, а ось поза камерою запевняє, роботи ведуться і все зроблять. Просто не хочуть працювати зараз. Говорят, пусть эти вычистят МЧС, а они потом сделают. А потом, получается, завтра у нас пятница, потом выходные дни. Из райисполкома Евгений, приходили. Да. Вот. Они сказали, приходили. Что, это самое, что должны вроде бы начать прямо сейчас убирать. Ну, пока я ходила, мне не было 20 минут, что-то тут перерешалось и не знаю. Теперь они завтра хотят это все сделать. Работы ведутся, руководство за этим всем наблюдается, есть планы, есть выполнение работ до конца, которые все должно будет сделано. Если, да. Если, не дай бог, я вот здесь и утром, и вечером, бросит. А с начала до конца никто не бросит, все сделается. Если, вот я вам обещаю, если это, я очень активный товарищ, если не дай бог, вот у нас тут все как бы активные, но вот одна проявила слишком чрезмерную активность, как говорится, преступную. Наделать вот этого всего, да, а потом все получились крайние. А мы теперь все, да, а мы теперь все крайние. Все выполняется, вот. Все сделается, на все на контроле руководства. Мы потом к вам придем.